Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 16 сентября. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Поздравляю Сергея Назарова с началом учебного года. По республике. По северной половине республики ожидается неустойчивая ветреная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 18 метров в секунду. В южной половине теплая без осадков погода, утром местами туман. Ветер западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью от минус 3 до плюс 3, местами до плюс 8, днем плюс 11-16. По центральным районам ночью плюс 1,6, днем плюс 17-23. По южным районам ночью плюс 1,6, днем плюс 17-23. В столице Бурятии без осадков, ветер западный 7-12 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 3,5, максимальная днем плюс 20-22. Атмосферное давление будет падать к концу дня, составит 715 миллиметров ртутного столба. Некоторые виды ленточных червей при отсутствии еды переваривают сами себя. При этом они могут съесть до 95% своего тела, а затем благополучно восстановиться. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шигнанов. Меня это не удивляет. У нас, например, многие россияне умеют это делать. Это же элементарно.